Значит, я буду с тобой ходить и вот так вот делать. Для кадра будет не очень. Я могу случайно локтем, блин, в бороду заехать. Да повесь его, господи. Не хочу я вешать. Зачем оно мне надо? Мне, блин, здесь мешает. Да оно не душит тебя даже. Тимофей, что? Набери заказчика, спроси, когда он будет. Кофе не дали попить. А мы попили. Классно вам. Вот видите, вы поэтому и веселые. Друзья. Так, не ржать. Соберись, блин. Роза. Друзья, всем привет! Мы боремся за качество контента, даже когда наши технические специалисты тупо против. Нам важно, чтобы звук был качественный. Не всегда это получается, но это нужно делать. Включил, не включил? Богдан, первый есть? А? Все, теперь включен. С твоей бородой пойми, куда он заточенный. Теперь о серьезном, о заявке. У нас есть заявка под ключ, и мы выбираем из трех автомобилей. Значит, заявка максимально непонятная, по крайней мере для меня. Я лично с человеком не общался, но мы выбираем, внимание, BMW X5M, Toyota Land Cruiser 200, Volkswagen Touareg. И кто во главе стоит всей этой пирамиды? Правильно, Touareg. Вот именно с него мы и начинаем. Volkswagen Touareg, 37,5 тысяч ценник. Смотрим, насколько прекрасная эта лошадь. Touareg. 15 года у нас был запрос такой, что в 15 году все-таки менялся, не менялся компрессор, надо посмотреть то, как он отрабатывает. От этого дальше зависит, будем ли мы относительно заявки нашего человека смотреть эту машину. Так вот, с пневмой здесь все классно, отрабатывает, все великолепно, все отлично. На, смотрим дальше. Touareg, смотрим, значит, что по нем. Фара 15 года, здесь тоже родная фара. Значит, двигатель по передку сухо, все. Единственное, есть запотевание по кольцам, форсунок, надо их поменять. Спатрубка турбины, все то, есть запотевание. Бампер чуть-чуть не в зазоре, где-то, походу, приткнулся. Надо будет смотреть снизу. Вот здесь не крутился, крылья здесь тоже не крутились. Вон все хорошо, накладка немножко не на месте стоит. Это пистоны надо посмотреть. Меняли лобовое стекло, поцарапали кромку. Крышка багажника, мне кажется, что ее меняли. Лаком поддували, чуть-чуть косметику делали. Сиденье работает, боковушки, поддержка работает. Бур подкрашивался, есть пару царапин таких на накладке. Стойка, ну, у них болячка, химчистили, но немножко она трошки поджелтела. Заломы есть, но кожа целая. Трещин нету, вот краска чья-то есть на поворотнике. Крышку снимали, снимали аккуратно, историю сейчас пробьем, что с ней делали. То есть грани битые, но ее крутили. Зачем? Вопрос интересный. Здесь вот царапина локально, просто даже вообще, есть мазринг чисто лаком, ну здесь даже перехода, да. Ну, тазик достойный. Стало сейчас по цене посмотреть, что есть снизу. Да. Ничего не вырезал? Не, все на месте. Мы частично осмотрели автомобиль. Мы понимаем, что там есть легкое запотевание на турбине. И вот заказчик по этому поводу очень сильно переживает. Масло в турбине есть практически всегда. А вот есть ли там более дикие проблемы, для этого нужно посмотреть внизу автомобиль. В общем, заезжаем на СТО, а потом будет полная картина этого автомобиля, потому что запотевание на турбине — это одно. А вот посмотреть, вытекает ли масло из интеркулера, вообще в каком состоянии голова и что там творится под защитой двигателя, вот это намного важнее.
Здесь небольшие сколы. Накладки на месте. Здесь вот прочес есть по накладке с правой стороны. Но это не критично. Даже вот скол есть небольшой. Так, камера передняя. Ну, есть пару скольчиков. Они как бы не в самом глазке. Коррозия какой-то не вижу. Так, подвесные тоже нормально. И защита стоит. Это очень хорошо. Обычно их здесь нет. Хвостовик сухой. И здесь тоже муфта нормальная. Не видел машины сейчас, на что была вся алюминиевая защита. Полностью все. А тут все под алюминием. Вот из-за этого бамперы съехали. Ведь то, что я помните, я говорил, что скорее всего где-то припылили. Сейчас ждем, пока мне защиту скинут. Проблема есть из-под головы, из-под угла, но это болячка у всех таурегов. В принципе, оно не капает, не течет, но запотевание есть. Тормозные диски, так, передние, 50%. В принципе, пару смену колодок выдержат. Задние, 50-60% износа есть колодки, надо менять тоже. Но под диском только, по-моему, один диск где-то был побитый. Это алюминий, это... Декор такой, давно не видел такого, вернее вообще никогда не видел. Здесь вот тоже продир такой по низу, это видать по порогу. Тоже вот есть мятины на алюминии. Это не критично. Кирпичик кусочек лежит. Кирпич надо, дом строить будете, но он же туда как-то залез. Поменять надо крепление глушителя. Немножко порваны. Итак, осмотр на подъемнике показал, что из болезненного мы традиционно получаем правую голову. Вообще, на самом деле, если по-хорошему, то там снимается головка блока, меняется прокладка. Но если делать такие манипуляции, то надо уже делать и на левой. А коль мы уже туда добираемся, разбираем, то туда уже надо поменять и цепь. Поэтому рекомендация пока замыть и наблюдать. До 200-230 тысяч оно течь не будет. Потом начнет протекать. И с такой течью можно еще ездить очень долго. Дальше мы имеем диски тормозные практически изношенные, но диски тормозные — это расходный материал, точно так же, как жидкость в омыватель или же бензин в бак, потому что периодически их все равно приходится менять. Еще очень сильно мне понравилось в этом автомобиле — это защита двигателя. Там защита от аж практически от фар и до конца самой коробки передач. Она такая закрывает абсолютно все, как на настоящем ралли. Не знаю, зачем такая защита. Во-первых, она дурных денег стоит. Очень хорошая, мне очень понравилась. Толстенный, красивенный алюминий. Ну, то есть, если на такой защите где-то поехать на ралли, где-то на какие-то камни, нифига ей не будет. Но мы сейчас не об этом. Мы возвращаемся к тому, что мы имеем некие недостатки по автомобилю, пусть небольшие, но так или иначе, нам нужно все это дело рассказать человеку. Покупать этот автомобиль или не покупать, человек должен принять решение. Можно вас на минутку? Тазик хороший. Я даже не вижу, то смотреть 4,2. Если честно. Веселая замена масла, конечно. Тут надо снимать бампер. Там идет вот эта вот защита, она идет аж наверх, на усилитель бампера. То есть он сверху крутится. И чтобы его снять, эту всю защиту... Вы просто брата откручивать? Да, надо бампер снимать. Я сомневаюсь, что тут даст добро на снятие бампера. На самом деле можно обойтись и без снятия защиты для того, чтобы поменять масло. Ну, просто вакуумным способом через щуп достается все старое масло, заливается новое, и таким образом можно поменять. Фильтр там все равно сверху. Но если дело коснется замена масла в коробке передач, то тут уже без снятия защиты, ну, просто не получится ничего сделать. Там запотевание, оно ничего не дает. Вот есть у них такая болячка. Правая голова с угла запотевания масла. Машина реально, ну, прикольная. Осталось только по цене поиграться с ней. 37 500, 35 нормально будет? Думаю, да. Значит, 34 с половиной. И теперь вишенка на торте. Вишенка на торте — это всегда торги за автомобиль. С учетом того, что человек зашел, друзья, $200 и кошка не ходи, больше не уступай ни при каких раскладах, то наша задача как можно больше поторговаться на этом автомобиле для того, чтобы сэкономить нашему заказчику как можно больше денег. Как
какая крайняя цена? Так, чтобы на отдачу. А какую предлагаю? Ну, мы же понятно, что мне треба подороже. Ну, я понимаю. А потом треба дешевше. Ну, с головой он будет это все ремонтировать, однозначно. Сочится, не сочится, оно там потеет, не потеет. Ткань пропитывается, та же прокладка под головой пропитывается маслом, нагревается, потом остывает, и оно разъедает это масло, эту прокладку. По-любому, то есть как бы сейчас оно потеет, потом оно будет сочиться. Вы там поконсультируетесь, скажите свою цену, я вам скажу. Не, ну я вижу по ней потолок 35. Плюс резина лысая, ее надо менять. А искать? Ну, блин, ну вы будете шукать так само при гонке из Німеччини, там будет такая самая лысая резина. Скорее за все. Кстати, на этом самом хорошие там колеса стоят. Нет, я ж не спорю. Ваша цена какая? 36 500. Зимняя резина. Есть зимняя резина, 36, и мы договорились. 36 500. 36 мы договорились. Ні, 30, ну мені 35 давали перекупи, які просто, типа, 35 приеду сьогодні заберу. Так ви знаєте, ви ж з ними общались вообще, коли вони приїжджають, як вони починають викручувати руки. А є такі, щоб було все ідеально на цьому пробігі. Честно сказать, с такой комплектацией. Честно сказать, по-любому идут расходники, однозначно. То есть, если мы рекомендуем машину, не знаю, как там вам ребята говорили, у нас идут расходники, это по-любому. Резина на дисках? Нет, резина просто. Еще мне не хватало 20 дисков. Ничего, 19, 18. Там резина косарьтики коштует, еще диски. А протектор какой там на зимний? Да, она новая была. Ну, то есть, и сезон получается. Сезон отъездила. Хорошо, сейчас поговорим. Хочет 36 500, и это как бы край. Зимняя резина отдает. Зимняя резина проехала один сезон. Машинка хорошая, я ее могу рекомендовать, если честно. Все, он полностью ее обслужил, есть все документы, что она обслуженная. Алюминиевая защита, это немаловажно. Думаю, можно подумать еще добрее. Друзья, мы пока договорились про такую цену, но есть еще тест-драйв. Нафиг нужен тест-драйв? На тест-драйве можно найти скрытые какие-то дефекты, то, чего не видно сразу. То есть, если машина себя не совсем правильно ведет, тянет ее влево, вправо, нагрузки на подшипники. Если она только начинается, например, на ступичные подшипники, вот качая рулем вправо-влево, можно понять, увеличивается гул, уменьшается. Вот если он такой уже легкий есть, этого не будет слышно на подъемнике при предварительном осмотре. Но это слышно на тест-драйве. Точно так же можно понять динамику разгона автомобиля, поведение автомобиля. Ну, можно понять много чего на самом тест-драйве. Когда мы садимся в автомобиль и когда мы видели таких машин много, мы знаем поведение этого автомобиля, как он должен себя вести. И наша задача сравнить тот опыт, багаж знаний, который у нас есть, с вот этим конкретным экземпляром. Он хотя бы похож, или же он очень сильно отличается, как-то выпадает из баланса в ту или иную сторону. Едем на тест-драйв. Проедем сейчас на ней, посмотрим, как шо. Садитесь впереди, я сзади. Вояжно. Да, більше відпрацьовує всякі там нерівності, ями і так далі. Але по трасі, ну, в цьому комфортно, якщо траса погана і ти там на великій швидкості повороти не входиш, через те, що її буде криниці. Можна поставити спорт. Цей там двигун працює так само, як обично, тільки вона опускається трохи нижче. Тобто вона присідає і зажимає амортизатор, і вона стає типу більш жорстка. Плюс ну, менше криниться. Якщо їздить регулярно, то ніяких там проблем не виникає, навіть з тим же старт-стопом. Ну, це коли війна почалась, вона стояла там у нас, ну, грубо кажучи, місяць нікуди не їздив, то він підсів, да, вона так дуже тугіше заводилася. Що адаптивний круїз включить? Да. А, круїз не отак, якщо ми так близько стоїмо, він, по ідеї, навіть включиться зараз. Деколи, коли стоїш дуже близько, то він каже, що попереду перешкода, і типа, ну, треба трохи відпустити подальше машину. От я нажав просто навіть на круїзі, все, вона зараз, я нічого не трогаю, вона сама їде. Вона побачила передню машину,
я поставив максимум, наприклад, 70. Тобто вона більше 70 фізично не розженеться, але якщо спереді машина буде їхати там 50, вона за нею прицепиться і буде, ну от, наприклад, молодець. І ти здесь. Як ваше впечатлення? Тазик как тазик. Тазик неплохо. Место, ребята, за каждый есть свои места. Все нормально, батя, директор, все, нормально. Все хорошо. Это чужие места. Все хорошо. Вот, вот, есть, как вот, будто я бутерброд чей-то взял. Успокойтесь, хорошо. Меня тоже начинают. Не надо, все хорошо. Каждый ехал. Все туда, хорошо, туда. Тихо, тихо. Все, убирай. Тихо. Движение – это жизнь. Бахнул 50, хуй с ума сходит. 3,6 прямо сейчас, да? Нет? 35,5? И это самое, резину сфотографируйте. Хорошо. То есть даже эти точечки даже есть. Угу, да вот. Ну, ну она новая. Она новая была перед этим, перед сезоном. Давайте, дайте нам время до, да, до завтра, до, до обеда. До завтра, до этого самого... Подумать или берем и мозги не парим? Можно здесь начекать еще месяц там. Ну, смысл, да. Не, можем покататься там, потратить ваши гроши. Я считаю, точный вариант. Ну давай тогда богатство, значит, трава была еще принесся целого формы, а, да. Как по мне, отличная сделка. Доволен покупатель, довольна компания 1авто. Ну, то есть это на весах равномерно. Дальше у нас пошло оформление. К слову, если кто не знает, мы умеем эти автомобили оформлять. И в сделку под ключ вот эта вот услуга, она входит. То есть мы с вами от начала разговора до момента получения номеров и распечатывания этих паспорта, мы на каждом этапе с вами везде все контролируем, чтобы, не дай бог, чего-то не получилось такого, чтобы из ряда вон выходящего. Хорошо. Завтра на 9 часов утра, да? Нормально будет? А вы уже все? Ну собрались? Да. А, так тики что ж было, дайте подумать до завтра. Мы все разговариваем. Все... А, ну да, в принципе. Вот. Все, хорошо, все, спасибо. Определенно? Да, вот. Да. Если кто помнит, вначале я говорил, что фигурировало три автомобиля. Это было Toyota Land Cruiser 200, это было BMW X5M, ну а Touareg. Как по мне, действительно удачная сделка. Машина в хорошем состоянии. Есть маленькие недочеты, которые за недорого можно убрать. В общем-то и все. Друзья, если вам нужен хороший, качественный выбор автомобиля, вы знаете, что делать. Все контакты внизу. Пишите, звоните. Без внимания мы не оставим. Общение у нас как минимум бесплатное. На сегодня все. С вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1авто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Пельмень, ну пельмень, кстати, где наша кнопка Ютуба? Обещанная давным-давно вместо пельменя, которое мы поставили, посмотреть, как он смотрится. Ну ладно, посмотрим в комментах.